Всем привет! В эфире Светлана Никичук и очередной выпуск «Еда и я». Вы знаете, что по четвергам я провожу интересные прямые эфиры на своем канале, где раскрываю темы о питании и здоровье. И чтобы не пропустить онлайн-трансляцию, нажмите кнопку «Подписаться». Тогда вы не пропустите новые эфиры и видео. И раз уж мы начали разрушать мифы о диетах, хочется поговорить также об исследованных системах питания, которые действительно работают не только на снижение веса, а также на улучшение здоровья. Одной из таких является палео. Сегодня говорим об этом. Диета палео или диета каменного века основывается на теории, что мы должны употреблять в пищу исключительно продукты, которые появились до создания сельского хозяйства. Диета или все же система питания палео основывается на идее, что человек должен употреблять такую же пищу, какую ели его древние предки. Они утверждают, что геном человека был полностью сформирован в эпоху палеолита. Отсюда и название этой диеты. И продукты, которые появились позже для человека, неестественны и могут привести к болезням и проблемам. И эта теория обладает серьезными научными доказательствами. Система питания палео говорит питаться каждые 5 часов 3 раза в день. Нашему организму нужно около 3 часов, чтобы полностью усвоить белок, и 2 часа будет сжигаться подкожный жир. Продукты, которые допустимы на диете палео, это постное мясо или птица, дикая рыба, другие морепродукты, яйца, грибы, орехи, семена, миндальная мука, ягоды, фрукты, овощи, растительные масла, оливковое масло, льняное, кокосовое, авокадо. Как видите, достаточно богатый рацион, и эту диету не стоит путать с диетой Дюкана. Продукты, которые не допускаются при диете палео, это зерновые, бобовые, сахар, картофель, соя, молочные продукты, сухофрукты, переработанные продукты. Диета палео исключает бобовые продукты, которые богаты антинутриентами, то есть антипитательными веществами, которые блокируют поступление полезных веществ в организм. Любые злаковые тоже не в почете, что объяснимо, хлеб и сдоба являются быстрыми углеводами, которые вызывают быстрое чувство голода и являются главным препятствием на пути к стройности. Молочные продукты, как известно, не усваиваются у большинства взрослых, повышают уровень инсулина, и если тебе хочется молока, то обратись к миндальному или кокосовому. Крахмал также вреден для организма, повышая уровень сахара в крови, благодаря его высокому гликемическому индексу. Сахар наши предки в каменном веке даже не видели, поэтому нам нужно сделать так, как они, и избавиться от сахара, а также любых других сладостей, сладкой воды, шоколада и сока. Можно использовать сырой мед. Система питания палео имеет огромный терапевтический эффект, и нередко ее врачи, эндокринологи, диетологи назначают при аутоиммунных заболеваниях. Например, тяжелая миастения, системная красная волчанка, псориаз, ревматоидный артрит, синдром Шегнера, смешанные болезни соединительных тканей, аутоиммунный тиреоидит Хашимото, саркоидоз, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, сахарный диабет, инсулинозависимый первого типа и много других. Считается, что дисбактериоз и синдром негерметичного кишечника, то есть повышенной кишечной проницаемости, участвуют в запуске механизма всех аутоиммунных заболеваний. А дисбактериоз и повышенная кишечная проницаемость напрямую связаны с диетой и образом жизни. Что вы едите, что вы не едите, сколько вы спите и как вы реагируете на стресс. Диетические рекомендации палео-подхода разработаны специально для того, чтобы залечить кишечник, восстановить нормальную микрофлору, уменьшить воспаление и отрегулировать иммунную систему. А также через исцеление кишечника устранить гормональный дисбаланс и дефицит микроэлементов. Как видите, у этой системы питания много преимуществ. Изучая ее, я не нашла в ней недостатков. Разве только этот инструмент попадет в некомпетентные руки.
Например, человек, не разобравшись в самой системе питания, исключит углеводы и, не соблюдая всех предписаний этой системы, будет сидеть на обычной белковой диете. Ну, тогда это будет уже и не палео. Изучайте все, что вы хотите применить на своем опыте и здоровье. Не проводите экспериментов вслепую. Будьте здоровы и грамотны. Пока-пока.